В Самаре появится специализированный спортивный комплекс для фигуристов. Об этом сегодня сообщил глава региона на встрече с председателем Федерации фигурного катания России Александром Горшковым и генеральным директором Валентином Писеевым. На зимних играх в Сочи было мало самарских спортсменов. Талантливые и перспективные в регионе есть, а вот условий для тренировок нет. Николай Меркушкин отметил, первые шаги уже сделаны. Впервые за 40 лет открылась ледовая площадка в поселке Мехзавод. На подходе еще две в Самаре. Строятся катки в Чапаевске, Новокуйбышевске, Отрадном и Жигулевске. Дворец на 1500 мест откроется в Сызрани, а в сентябре начнутся работы по возведению крупнейшего ледового комплекса «Самара-арена» на месте ЦСКА ВВС. Знаю Николая Ивановича уже несколько лет. Мы знаем, что он слов на ветер не бросает. И мы уезжаем с такой, знаете, ну, с чувством надежды и уверенности в том, то, что сказал Николай Иванович, это воплотится в жизнь. И я думаю, что для фигуристов будут созданы все необходимые условия для того, чтобы не только было массовое фигурное катание, но и, как он сказал, чтобы были и звездочки.